«Зенит» угодил в черную колею. В последних 6 официальных матчах питерцы одержали лишь одну победу и ту над представителями ФНЛ в кубковом поединке. Краснодар, Лучано Спалетти и его подопечные приехали с явным намерением начать выбираться из турнирной ямы. Впрочем, команда Словолюба Муслина на милость сине-бело-голубых сдаваться отнюдь не собиралась. Уже на 20-й секунде хозяева поля заработали первой угловой, на исходе стартовой минуты первой штрафной, а на второй минуте пропустили первую контратаку, завершившуюся ударом Кержакова с острого угла. Голкипер Синицын сыграл в этом эпизоде уверенно. Высокий темп игры стал лишним подтверждением ее атакующей ориентации. Зенитовский бразилец Халк на 5-й минуте, прорвавшись по правому краю, отыграл на линию штрафной, откуда в лед пробил Файзулин выше цели. В ответной акции Игнатьев нашел проникающим пасом Мовсисяна, и тот сходу выстрелил в дальний угол, тоже немного промахнулся. Поначалу Краснодар атаковал, может быть, и не больше «Зенита», но гораздо чаще угрожал воротам. Розыгрыш очередного корнера у ворот гостей на 16-й минуте завершился дальним ударом Дринчича, точным, но не столь сильным, чтобы всерьез создать проблемы Малафееву. 5 минутами позже Вандерсон зарядил выше створа из неплохой позиции. 27-я минута ознаменовалась еще одним залпом Дринчича, теперь уже со штрафного. Питерский страж ворот снова сработал четко. Постепенно стал вырисовываться игровой перевес черно-зеленых. Горожане атаковали широко и размашисто. На исходе получаса игры Малафеев уже по-настоящему выручил Невскую дружину, когда Мовсисян вывел к воротам Жаузинию. А еще через 12 минут пришедший в чужую штрафную защитник горожан Мартынович после подачи Жаузинию выиграл воздух, но не сумел опустить снаряд в створ. Концовка тайма также осталась за хозяевами поля. Анжелкович, брошенный в прорыв классным вертикальным пасом все того же Жаузинью, очень опасно прострелил вдоль ворот, однако питерские оборонцы в последний момент смогли отвести угрозу. А с уже третьим по счету выстрелом Дринчича снова совладал голкипер. В целом, первая 45-минутка матча стала для Краснодара лучшей в сезоне по продемонстрированной игре. Но при всем при этом на табло остались гореть нули, и от второй половины более 20 тысяч зрителей, заполнивших трибуны стадиона «Кубань», справедливо ждали результативности. Мяч в воротах «Зенита» публика увидела уже через 3 минуты после возобновления игры. Вот только засчитан гол не был. Арбитр, в общем-то, справедливо зафиксировал нарушение правил Мартыновича в верховой борьбе с Малафеевым. Вскоре жарко было уже у ворот Краснодара. Симак бил с разворота и угодил в ближнюю штангу. Но это был лишь эпизод. Основные события по-прежнему развивались у владений Малафеева. Удар Мовсисяна на 53-й минуте заставил голкипера в очередной раз вступить в игру. Вскоре вратарь гостей перевел через перекладину мяч, мощно пущенный Вандерсоном. Последовавший за этим угловой едва не привел к голу. Выигравший второй этаж Амисулашвили пробил в дальний угол и промахнулся совсем чуть-чуть. А Игнатьеву не хватило сантиметров, чтобы замкнуть штангу. Минуло еще 10 минут, и Вандерсон отправил Мовсисяна на рандеву с Малафеевым. Увы, форвард, решивший пробить красиво с лета, по мячу как следует не попал. Наставник питерцев Лучано Спалетти, которого никак не устраивало развитие событий, в середине второго тайма произвел 2 замены. Быстров сменил Широкова еще в перерыве, но ничем особым себя не проявил, а вот Константин Зырянов забил едва ли не первым же касанием. После розыгрыша углового он метров с 20 уложил мяч точнёхонько в дальний угол. Синицын, закрытый игроками, увидел снаряд уже практически в сетке. Получив совершенно нелогичный гол, краснодарцы стиснули зубы и лишь усилили натиск. И вскоре должны были сравнивать счет. Еще один хороший пас Вандерсона нашел штрафную Мовсисяна. Юра вроде бы затянул с ударом, но уже почти с нулевого угла все же направил мяч в цель. Малафеев среагировать не успел, снаряд угодил в дальнюю штангу, от которой полетел вдоль линии ворот. Жаузинью продемонстрировал хорошее владение акробатикой, но даже его не хватило, чтобы переправить снаряд в цель. И тут же последовал разящий укол «Зенита». Оборона Краснодара провалилась, и выход 2 в 0 хладнокровно реализовали Зырянов и Виктор Файзулин. И на этом матче все было кончено. Преимущество в 2 мяча, классная команда в столь короткий срок, разбазарить просто не имела права. Питерцы его и не разбазарили, доведя матч до победы. Не совсем логичной, но от этого не менее ценной. Краснодар же уже в какой раз в текущем сезоне не засчитался очков в матче, где по игре их вполне заслуживал.